Qu'est-ce qui t'a pris? Je t'attendais à minuit, pas à midi. Qui t'a permis de ruiner ma vie? Tout à une fois, tout à une fois, tout à une fois. Ooh-oh. Où est ton amour? Сафронов и Летова. С вами утром на Юнистар. Утро в большом городе. Но, чтобы никто не сомневался, это живое выступление. Группа Parade of Planets у нас сегодня в гостях. И Миша и Юля. Это белорусы! Вот что самое приятное. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, а вас на фотографиях трое. Я смотрел фотки. А где третьего дели человека? Он спит. А, проспал. Все нормально. Конечно. Ясно. Кому-то нужно отсыпаться в группе. Слушайте, ну вот хочу сразу Юль спросить, про что песня? Я из всей песни понял только любовь. Пардон. И то, что там амух было. Ну что-то вот. С кем-то. А вообще, о чем она? О сложных отношениях. О сложных? Это главное. Семейных или каких-то геополитических? Нет, семейных. Ну, семейных в данном случае, да. Ребят, вы точно шокируете, знаете почему? Я почитала под одним из ваших постов в Инстаграме, пишут ребята о том, что вообще не ожидали, что белорусы поют на французском. Песня понравилась. Я тебя удивлю ли этого? У нас в Иньязе готовят специалистов, которые на французском разговаривают. Одно дело просто говорить, а тут ты понимаешь, вообще нет никакой ассоциации. И вот когда шокирован был человек, когда понял, что вы, ребята, из Беларуси, что так вообще невозможно. Ваши песни попадают просто, становятся хитами самыми настоящими. А был какой-то прикольный случай, когда, ну, вот не поверили, что вы белорусы. Вот вы поете на французском. Так и никто не верит. Никто не верит. Я думаю, это у нас гости.
Все думают, извините, это китайский. Вот. А оказывается, нет, французский. Это чистый французский, настоящий. Да мы сами даже не думали бы, наверное, если бы нам сказали, что мы будем петь по-французски, когда мы учили язык, мы бы не подумали, что так произойдет. Но так произошло. Вы не знали, для чего заставляют нас учить французский язык. А нас в конце сказали, ребята, вот диплом, пишите песни, давайте пойте вперед. А расчет какой был? На большой международный успех? Что, ну, можно будет на всех площадках такой язык любви? Ну, безусловно, амбиции есть у любого артиста на большой успех, но мы это делали каким-то естественным образом. А мне вот другой интересный вопрос. А у вас есть слушатели во Франции, среди французов? Есть. Сейчас же можно отслеживать, да, там YouTube позволяет, где кто слушает, как есть. И они сами выходят на связь. Сами. Да, на YouTube пишут. Вчера пишут, из Бразилии написали. А что пишут? Что пишут? Это открытие 21 века. Причем на русском языке из Бразилии пришло сообщение. Открытие, да, для меня, ну, пишут, что для меня открытие 21 века, что белорусы не на своем родном языке так круто его исполняют. И, конечно же, это приятно. Кто пишет песни из вас? Мы вместе. Вместе? Все. Конечно. Все. И все третий, который проспал сейчас, да, тоже. Да. Да. Скорее всего, сейчас он спит и видит текст новой какой-то песни, как Менделеев как, и таблицу, да? Как пишется песня? Ну, вы садитесь и говорите, а давай сегодня о любви. А какой? А разбитый и несчастный? Или как? Как я вообще? Я могу рассказать. Давай. У нас ребята Леша и Миша, они у нас пишут аранжировку. Так. Ну, гармоническую какую-то составляющую. Далее я подключаюсь. Вот, я слушаю то настроение, в котором эта аранжировка. И дальше наверх ложится мелодия и текст. Ну, все это рождается от атмосферы, которую ребята... Ну, и мысли. Возможно, у меня в голове что-то крутится, и я просто это реализовываю. Да, был забавный случай, когда мы с Лешей сидели вот в спальном районе, писали очередной трек и услышали, как на улице скрипят качели. И Леша такой приходит с балкона и говорит, слушай, давай сюда вставим качели вот в эту песню скрипучие. И мы вставили звук скрипучих качелей. И зашло. Самая, да, моя любимая песня. Я написала песню о детстве, о скрипучих качелях, о воспоминаниях. То есть я не знаю, как я на концерте справлюсь, чтобы не расплакаться, если честно. Хорошо, что услышали звук скрипучих качелей, не какой-то другой, да? Не, ну, обязательно между словами «пардон» и «амур» должны быть звук скрипучих качелей. Дети по-другому не рождаются, на самом деле. Песни, главные хиты группы Parade of Planets. А можно я буду говорить просто «Парад планет»? Потому Конечно. Что я язык сломаю сегодня, ну, за утро. Тут слушаю на французском, тут говорю, пытаюсь на английском что-то произносить, а у меня акцент не очень хороший. Главные хиты группы мы сегодня с вами в эфире еще услышим. Ребята поют у нас живьем, у нас все видео фиксируется, протоколируется, и все те, кто напишут, что нет, это не живое исполнение. Друзья мои, посмотрите видеозапись, видеоархивы, хроники лет так через 20. И убедитесь, что действительно ребята были у нас в гостях живьем. У нас гости. Ton cœur et ton cœur bat et ton cœur chante et ton cœur pour moi et mon
нашем городе. У нас сегодня день французского языка, можно сказать, день шансона. Шансон — это же песня по-французски, да? Ну, что ты хохочешь, да? Это у нас прижилось, что шансон — это сразу тебе эти дядьки бородатые, цепочки и все остальное. Вообще, на самом деле, это красивое французское слово, которое... У нас все это есть, и дядьки бородатые, цепочки. Не, ну у вас интеллигентные бородатые дядьки, он никак на это самое, на выступление шансонье года не подходит. Откуда вы знаете, что за музыка у него играет? Наушники. Вот, кстати, по поводу музыки я хотел спросить. Вот давайте так, ребят, у вас же есть явно музыканты, которых вы слушаете, которыми вдохновляетесь. Вот я хотел услышать топ-3 исполнителя от Миши и топ-3 от Юли. Вот, кто нравится, кто ребятам, нравится, да? Или давайте так, кто вот последние 3 трека, которые слушали по дороге сюда, например, в машине? Вот какой музыки кайфуете, да, сами. Юль, ну давайте вас вперед пропустим. Конечно, спасибо. Миша, давай лучше ты начни. Да, вопрос на самом деле меня так обескуражил, потому что слушаю очень много музыки, и мой плейлист постоянно от попсы до какой-то экспериментальной музыки играет, и поэтому, наверное, назвать своих любимчиков это не из популярной музыки, это больше из танцевальной, и это, наверное, будет группа Moderat. Так. А из постпанк я очень люблю, это группа 65 Days of Static. И вообще я сам вырос на электронной музыке, типа Prodigy и Chemical Brothers. Ну Prodigy у меня регулярно в машине играет. Вот это я поняла, о чем. Юля, вам? Я сейчас просто назову 3 полярно разные артиста, для того, чтобы вы поняли, что я все это реально слушаю. И между ними тоже переходное что-то. Очень нравится мне Мьюз, очень люблю Дуа Липу и обожаю Пиджей Харви. Ну, кстати, я вот из тех людей, которые любят себя удивлять, и я принципиально старался не слушать никакие ваши песни. Я думаю, Юля придет живьем, сама все споет. И вот я сейчас просто... Юля поет, я сижу в каких-то своих мыслях, да, и я словил себя на вот таком, знаешь, ощущении, если меня музыка и вокал расслабляют, мне вот прям комфортно становится, значит, это хорошо. В общем, друзья, прекрасная команда, спасибо за то, что к нам сегодня пришли, мы с вами ближе познакомились, мы теперь знаем, что у нас есть так прекрасно звучащие на французском белорусские группы, ну и мы вам желаем дальнейших успехов, покорения площадок мирового узровня. Да, спасибо. Пусть все получится, спасибо, ребята. Спасибо, спасибо, что пригласили. Грация. Приходите еще, как говорится, впереди у нас уже теперь испанский, да, пошел? Я говорю, Юля, там, она такая. Да. Юля просто в каждом языке по слову. По слову. Чуть-чуть давайте, и уверен, что все плохие в английском тоже. Давайте у так, нас. У нас Леди Гага тоже сегодня к нам в гостях в хитовом комментарии. У нас на разогреве. Да, но она всегда разогревает. Ну, а потом Саш Козырев.
вечером.